зачем мне он нужен? Корыстный Миша. Корыстный. Типа, давно, чат спроси, чё, давно не появлялся. Просто. Так, а чё я хотел глянуть? Скучился, да? Может, по нам. Всякая хрень. Земля бога говно. Смайт у вас на нем позови. Супер. Че, супер время, новый уровень, скин за пол. За повышение. Что за херь? Кстати, вроде был скин за уровень. А, это, наверное, вокруг этого. Короче, хрень всякая. Там остался скин на этого, на твоего дурака, которого ты играл. Который бешеным становится и... Ты о чем? Да, на летние скины, которые... А, Кукулин-то? И этот, как он называется, в котором шбаланки. В котором это, Сонька сейчас играла. Ну, в принципе, тоже хрень всякая. Чего такого особенного нет. У меня будут... скин загрузки бы открыл, если бы у них какой-нибудь скин нормальный был бы здесь, я его взял бы. Так, что-то хрень какая-то всякая. Геракл, мечник, тоже какой-то бред. Вард. Аватар. Регаться, нет. Че? Регаем, нет? Да, давай. Музыкальная тема. У меня тоже есть. Уёбищный херон, не могу вообще. Просто уёбище, уёбище. Ж надо было, блядь, так. Вот Гекарима в лол сделали почему-то нормально, хотя тоже разноцветный, а это вот уёбище. Это говно скин. Без скина это лучше смотрится. Вот мне на Посейдона нравится, в принципе, скин, который ты открыл, он более такой, менее. Ну тупо из-за одного скина там, блин. Ты о чем? Да я в приключениях смотрю, что можно купить. Синьчан. Че, не надумали Синьчаном поиграть? Нет. А волком не хочешь, Миш? Не, волк мне тоже не оценил, я его. Я Меркурий вполне устраивает, причем тут волк. То же самое же. То же самое. И этот еще прикольный, как он. Тут тир будет, тут нормальный. Он толкает его. Первый спелк. Достаточно неплох. Геракл тоже. Геракл мне не нравится. За тиры попробуй. Я пробовал. Только не тут. Толкает, тут тоже неплохо первый спелк. А тут не обязательно толкать, тут главное выигрывать. Та же самая арена. Че вот только мы пикаем? А Садекерри есть. Этот есть. Бери мага.
Да ничего, но... Know the enemy and know yourself. You need not fear the result of a hundred attacks in the body of my foe. Забыл. Думаю, сдохнуть или нет. И все слева. Мы пошли направо. Minions have spawned. Че, не дали вам баф? Мы не стали, мы. Заебал, там и пикаемый маг. Сейчас, блядь, брось. Прыгнул тут.
У меня упала ракета и, ну это, как ее, штука, меня убил этот миньончик, написали. Мне кажется, Макс заплатил дракону, чтоб меня тут наебнули. Так ты по мне ебнула. А это для отвода глаз. Блять, не докатил. Так красиво летели. Как мне калит, блять, этот ульт. Просто нихуя не надо делать. Пошел, крутнулся, нахуй. Вытянул все. Пока эта хрень подкатит. Причем нельзя это. Справа синий. Вижу. Иди забери. Я иду забирать. Маны-то нет, блядь. Ай, мы бежим к тебе спасать. Я кого-нибудь остановлю. О, я... И
совсем разводный, блядь. This war hole shall engulf me. Сзади Меркурий. Дай мне, он мне нужнее. Где респайм этой ульты нужен быстрее. Ты тихо говори, что не слышно. Сам. И не хочет. Это вообще
Бежим. Ну ладно. Бежим, Соня, я не могу. Ну каким макаром-то? Ты посмотри, что с тобой делают, бежим ты. Я бы с радостью побежала, если бы на меня не кинули 150 тысяч конфолей. Я ж тебя выкину. Сука. Вот башен. Блять. Вот именно туда ты уставал, когда я вот побежать собрался. Дурачок. Так бежали прям. Yes, we can. Всех поскидывали, блядь. Убил. Скидыватели. Сейчас надо как-то вытащить, короче. Да мы уже вытаскиваем. Да, уже начали побеждать. Ну все равно осторожно, надо не слиться. Просто, да. Нахуй сходи, Синька. Тут проебался. Да, блядь. Выиграть дюн. Пока, Паша. Ну ты нет. Ты должен победить. Крипов еще убивает обязательно. Your day of judgment is nigh. Выгрызли, блядь. Не выгрызли. На самом деле, если бы мы хуйню не страдали, мы бы выиграли намного быстрее. Я не страдал хуйню, я старался. Постоянно на их базе сидели. Когда мы сидим на их базе, больше крипов наших заходит к ним туда. Ну. Все, опять зависло, что ли? Ну. Он иногда так делает, вы же знаете. Ну, хорошо. Ну, чего ты все спишь, ну?
Когда встанет, надо будет с ним поиграться, попробовать. Ну это все, походу, нужно это закрывать. Thank you.